Всем привет, друзья! С вами Влад Стеймус. Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И еще, обязательно подписывайтесь на Twitch. Там мы смотрим различные шоу, фильмы, слушаем музыку, новинки, все. Все, абсолютным образом все. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь. И обязательно подписывайтесь на Telegram. Там информация о ближайших стримах, на YouTube, на Twitch. Также есть Telegram с перезаливами. Туда перезаливаются стримы с Twitch'а в основном. Ну, или те стримы, либо видеозаписи, которые нельзя выкладывать на YouTube. Подписывайтесь, я вас жду. Всем спасибо, приятного вам просмотра. Так, друзья, у Мирави вышел новый трек, называется «Цветы». Также, я насколько знаю, скоро должен выйти совместный тречок с Полиной Гагариной. Обязательно послушаем, заценим. Ну, если выйдет клип у Мирави «Цветы», то мы его посмотрим, конечно же. Давайте заценим новиночку. Кроет, шепчет на ухо припой, обнажи мне свои тайны, нежностью тело покрой. Этот огонь между нами, ты его крепко храни, здесь не болят мои. Что это лишь сны. Хорошо. Ой, далёкие, на далёкой стороне, обожигает льдом мой холодом вьюга. Но я на пути, вечном поиске любви, знаю, с ней не можем быть друг из друга. Пусть мои глаза застилают туманы, я иду на свет. Очень красивая песня. Тут, в принципе, все и написано. Но я на пути, в вечном поиске любви, знаю, с ней не можем быть друг без друга. Ну, тут песня поется, да, действительно, о поиске любви. То есть она пропитана, эта песня, теплом, любовью, да. И очень мне нравится, что первый куплет отличается от второго. Да, здесь она перешла более на такие свои стандартные вокальные фишечки, да, если можно так сказать, вполне, почему нет, мы поставим лайк. Вот, Мирави каждый раз радует нас крутыми новинками. Вот, и сегодня эта песня теплая, я бы хотел увидеть клип. Я надеюсь, если выйдет клип, мы обязательно с вами посмотрим на стриме, или я сделал отдельную реакцию. Очень красивая, теплая песня, которую я добавлю, пожалуй, себе. Мне нравится. С первого раза вот она просто мне понравилась своим разнообразием. Музыка, да, красивая. Опять же, вокал, текст, припевы. Красивый припев. Куплеты отличаются друг от друга. Это все в совокупности звучит достаточно...
Достаточно интересно, свежо, и для меня это, наверное, самое главное. И текст красивый. Текст, я очень люблю хороший текст, на самом деле. Для меня это важно. Для меня это важно, и Мирави, она передает свою теплоту и эмоции своим слушателям, да? Если ставить оценку этому треку, то это железно 5 из 5. Красиво, свежо, хороший текст, разнообразно. Молодец, молодец. А с вами был Влад Стеймус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И еще обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, на твич-канал. Мы часто сейчас там стримим на ютубе. Ну, на ютубе тяжело, да, и как-то что-то выкладывать могу, какие-то видео. Но часто стримим на твиче, поэтому, друзья, подписывайтесь. До встречи и пока!